Андрей Каплин служил еще в советской армии, а Валерий Глущук уже в российской. Они охраняли государственную границу. Один на востоке, другой на юге нашей родины. Теперь они снова делают одно дело. В составе общественной организации пограничников занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения и сохранением боевых традиций. Так, ко дню пограничных войск они готовят несколько мероприятий, которые откроют концерт в парке Зернова 27 мая. Это будет в 6:30 вечера, 18:30. Приглашаются все желающие. Будут давать праздничный концерт коллектив нашего города. Будет очень интересно. Будут выступать дети. Такие встречи в рамках праздничных мероприятий – это еще одна возможность увидеться с друзьями, сослуживцами и почтить память тех, кто погиб, выполняя воинский долг. В 8 часов вечера ветераны пограничных войск проведут общественно-культурную акцию «Боевой расчет». Как бы традиция пограничных войск, как происходит на пограничных заставах, перед тем, как наряд уходит на охрану государственной границы, им ставится боевая задача. Вот желающие посмотреть, как это происходит на самом деле на границе, могут прийти, послушать, посмотреть, увидеть все это. А уже 28 мая в 11 часов в сквере за зданием администрации состоится торжественный митинг и церемония награждения ветеранов пограничных войск. Закончится мероприятие возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам и автопробегом по улицам города. Елена Грискова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, СРО 24.